Влага разрушала перекрытие изнутри. Зимой, превращаясь в лед, она расширялась, постепенно снижая прочность межэтажного бетонного покрытия. Специалисты провели исследования фундамента и стен. По расчетам, их было достаточно укрепить металлическими конструкциями. Однако именно эта операция в итоге и выявила скрытый дефект, который оказался фатальным для всей конструкции в целом. Самое опасное было обнаружено – это усталость конструкции. Что это очень сложный термин научный. Значит, когда мы сняли нагрузку, появились трещины. Это как раз есть усталость конструкции. То есть наоборот должно быть. Мы снимаем нагрузку, должны дать отдых. А тут усталость. Это связано с внутренними повреждениями конструкции, которые никак не могли определить глазами. Приборов, которых нет в Анапе и даже в Краснодаре, чтобы определить внутреннее состояние материала.